Чтобы приступить к основному блоку тренировок, нужно хорошенечко размяться. Не пропускайте общую разминку. Это очень важный этап подготовки своего организма к дальнейшей нагрузке. Я знаю, что вам, возможно, лень делать ее, но благодаря ей вы сможете избежать травм. Делайте все упражнения качественно и осознанно. Ну что, начнем с вами нашу первую тренировку? Наклоны головой. Стоим ровно. Ноги на ширине плеч. Руки на поясе. Делаем наклоны головы влево и вправо 10 раз. Потом вперед-назад тоже 10 раз. Чувствуйте, что растягиваете мышцы шеи. Контролируйте этот процесс. Приготовились. Начали. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Раз. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Закончили. Отдыхаем. Круговые вращения головой. Исходное положение стоя. Ноги на ширине плеч, руки на поясе. Делаем круговые вращения головой. 5 влево и 5 вправо. Делай медленно и аккуратно. Здесь нам не важна скорость. Наша задача – подготовить свой организм к дальнейшей работе. Приготовились. Начали. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Раз. Два, три, четыре, пять. Закончили. Отдыхаем. Круговые вращения плечами. Исходное положение. Стоя, ноги на ширине бедер. Ставим наши руки на плечи и делаем круговые движения плечами. Сначала вперед 5 раз, а потом обратно 5 раз. Чувствуем, что наш плечевой сустав хорошо двигается и разминается. Приготовились. Начали. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Закончили. Отдыхаем. Вращение прямыми руками. Исходное положение. Стоя, ноги на ширине бедер. Вытягиваем руки вверх и делаем круговые движения сначала вперед 5 раз, потом назад 5 раз. Приготовились. Начали. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три. Четыре, пять. Закончили. Отдыхаем. Параллельные вращения руками. Когда мы уже немного размяли наш плечевой сустав, усложним задачу и сделаем параллельные вращения руками. Исходное положение. Стоя, поднимаем обе ручки вверх и начинаем ими вращать. Левую руку мы направляем вперед, а правую назад. Смотрите, как делаю это я. Поменяли ручки. Это упражнение хорошо разминает плечевой сустав, и еще оно является сложнокоординационным, так что старайся выполнить это упражнение правильно. И ничего страшного, если оно не получится у тебя с первого раза. Я уверена, через пару тренировок ты будешь делать это упражнение, не задумываясь. Приготовились. Начали. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Закончили. Отдыхаем. Наклоны туловища. Исходное положение. Ноги на ширине плеч, руки на поясе. Делаем наклон влево. Рука той стороны, куда наклоняемся, остается на поясе, а вот другой ручкой тянемся в другую сторону.
по 5 наклонов на каждую сторону. Представляем, что хотим там кого-то схватить. Чувствуем, как растягиваем боковые мышцы пресса. Чем дальше вы будете тянуться рукой, тем лучше вы почувствуете натяжение сбоку. Приготовились. Начали. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. 10. Закончили. Отдыхаем. Растягиваем таз. Это упражнение похоже на предыдущее только в том, что оно было направлено на растяжку бокового пресса. А сейчас мы с вами будем растягивать тазобедренный сустав. Исходное положение. Стоя. Делаем наклон в бок и рукой, в сторону которой мы наклоняемся, тянемся вниз. Параллельная рука стоит на поясе. Делаем так в одну сторону, раз 5. И в другую, раз 5. Приготовились. Начали. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. 9. 10. Закончили. Отдыхаем. Круговые движения тазом. Продолжаем разминать наш тазобедренный сустав. Исходное положение. Ноги на ширине плеч, руки на поясе. И делаем круговые вращения влево 5 раз и вправо 5 раз. Приготовились. Начали. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Закончили. Отдыхаем. Наклоны. Исходное положение. Стоя. Ноги ставим близко друг к другу. Стоим ровно и делаем медленный наклон вперед. Сделали пару небольших покачиваний. Теперь потянулись чуть левее к ноге, потом правее. Все это делаем с небольшими покачиваниями, по 5 раз на каждую сторону. Чувствуем, как растягиваем нашу поясницу и заднюю часть бедра. Приготовились. Начали. Раз. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать. Закончили. Отдыхаем. Наклоны с фиксацией. Теперь сделаем наклон вперед и зафиксируемся секунд на 5. Делаем так 2-3 повтора. Чувствуем, что задняя поверхность бедра натянута. Готовились. Начали. Закончили. Отдыхаем. Ходьба с руками. Стоя.
Ноги ставим на ширине плеч и делаем наклон вперед. Нашими ладошками упираемся в пол. Шагаем к ним ногами. Когда дошли, выпрямляемся и еще раз так. Делаем 5 повторений. Этим упражнением мы мобилизируем наше тело для работы. Приготовились. Начали! Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Закончили. Отдыхаем. Приседания. Руки на коленях, ноги вместе. Делаем приседания 5-6 раз. Можете делать это до параллели бедра. Чувствуйте, как ваши коленные суставы сгибаются и разгибаются. Сконцентрируйте на этом внимание. Приготовились. Начали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Закончили. Отдыхаем. Круговые вращения коленями. Ноги вместе, руки, ладошки также на коленях. И делаем круговые движения сначала влево 5 раз, потом вправо 5 раз. А теперь ставим ноги чуть шире и делаем вращение внутрь 5 раз и наружу 5 раз. Не торопитесь, делайте все размеренно. Приготовились. Начали. Раз, два, три, четыре, пять. Раз. Два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Закончили. Отдыхаем. Голеностоп. Стоя, руки на поясе. Ставим нашу ногу на носочек и начинаем делать круговые вращения ногой влево 5 раз, вправо 5 раз. Поменяли ножку. Тянем голеностоп. Ногу приподнимаем и тянем носочек на себя. Потом от себя по 10 раз на каждую ногу. Приготовились. Начали. Раз, два, три. Четыре, пять. Раз, два, три, 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 четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Закончили. Отдыхаем. Ходьба с подтягиванием бедра к груди. Стоим ровно. Одну ногу поднимаем и сгибаем в колени. Руки соединяем в замок вокруг нее и начинаем подтягивать ее к груди. При этом вставая на носочек другой ногой. По 3 раза на каждую ногу. Чем выше будете стараться поднять колено с бедром, тем лучше почувствуете растяжение в паховой области. Делаем поочередно, каждой ногой с продвижением. Приготовились. Начали. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Закончили. Отдыхаем.
Выпады в сторону. Стоим ровно. Делаем выпад в сторону. Полностью приходим на ногу. Пяточка не отрывается от земли. Чем глубже вы сядете, тем лучше. Встаем, подтягивая другую ногу к себе. Делаем так по 5 выпадов вправо и 5 влево. Приготовились. Начали. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Закончили. Отдыхаем. Выпады вперед. Стоим ровно, руки на поясе. И делаем выпад ногой вперед. Сохраняем ровные углы в голеностопе и бедре. Делаем 3 раза выпад вперед ровно. И 3 чуть со смещением в сторону. Не забывайте контролировать углы. Не просаживайтесь и не ставьте сильно вперед стопу. Везде должны быть прямые углы. Приготовились. Начали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, 11. 12. Закончили. Отдыхаем. Выпады вперед. Растяжка паховой области и мышц бокового пресса. Стоим ровно. Задняя нога может быть почти выпрямлена. Поднимаем руки вверх. Головой тоже смотрим туда и чувствуем, что мышцы у пупка тянутся. Теперь ставим руку внутри ноги. Разворачиваем корпус и поднимаем другую руку вверх. Чувствуем, как растягивается паховая область. Меняем руку и поворачиваемся в другую сторону. Проделаем все то же самое на другую ногу. По 3 раза на каждую. Приготовились. Начали. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Закончили. Отдыхаем. Выпады назад. Стоим ровно, руки на поясе. Делаем выпады ногой назад. Также не забываем сохранять прямые углы в голеностопе и бедре. По 5 раз на каждую ногу. Приготовились. Начали. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Закончили. Отдыхаем. Выпад в сторону с перекатом. Стоим ровно.
и делаем выпад в сторону. Следим за тем, чтобы наша пятка не отрывалась от пола. Можно потянуться корпусом к прямой ноге. После, сидя, перекатываемся на другую ногу. Также тянемся к ноге, которая прямая. Делаем так по 3 раза на каждую ногу. Приготовились. Начали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Закончили. Отдыхаем. Растяжка передней части бедра. Садимся на корточки и облокачиваемся ладошками на пол. Ноги согнуты в коленях. Поднимаемся немножко на носочки и колено стараемся тянуть вперед. Смотрите, как делаю это я. Вы должны чувствовать, как ваша передняя мышца бедра растягивается. Приготовились. Начали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Закончили. Отдыхаем. Кранч, сидя ногами. Упражнение на пресс. Садимся на пол, руками упираемся в пол за спиной. Делаем сгибание и разгибание ног 10-12 раз. Смотрите по самочувствию, мышцы должны быть напряжены, но лучше делать все постепенно. Приготовились. Начали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Закончили. Отдыхаем. Велосипед сидя. Остаемся в положении сидя на полу. Руки в замок за головой. Параллельную руку и ногу подтягиваем друг к другу. У нас происходит имитация, будто крутим велосипед. Делаем по 10-12 раз. Ориентируйтесь только на себя и на свое самочувствие. Приготовились. Начали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Закончили. Отдыхаем. Русский твист. Сидя на полу, приподнимаем согнутые ноги в коленях и делаем вращение корпусом вправо и влево, руками касаясь сначала одной стороны пола, потом другой. Делай так по 5-6 раз на каждую сторону. Приготовились. Начали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Закончили. Отдыхаем. Статика галочкой сидя. Исходное положение. Сидя, отрываем прямые ноги от пола. Руки вытягиваем к ногам. Задерживаемся так на 30 секунд. Статические упражнения позволяют увеличить прочность сухожилий и связок, повысить уровень их эластичности, улучшить координацию движений и способность удерживать равновесие. Приготовились. Начали. Thank you.
Еще немного. Закончили. Отдыхаем. Растяжка сидя. Исходное положение. Сидя на полу, ноги вытянуты. Делаем наклоны вперед. Касаемся руками носочков. Пытаемся опустить грудь к коленям. 5 раз. Приготовились. Начали. 1, 2, 3, 4, 5. Закончили. Отдыхаем. Растяжка стоя. Исходное положение. Стоя, ноги расставляем широко и тянемся к одной ноге, потом к другой и вперед. Также стараемся опускать грудь ниже, чтобы касаться коленей. Делаем по 5 раз на каждую ногу. Приготовились. Начали. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Закончили. Отдыхаем. Растягиваем ягодицы. Сидя, одна нога прямая, другую ставим за нее согнутой и помогаем рукой тянуть бедро. По 3 раза на каждую. Приготовились. Начали. 1, 2, 3, 4. Шесть. Закончили. Отдыхаем. Бабочка. Садимся в виде бабочки. Стопы друг к другу, колени в стороны. Делаем покачивание коленями. Стараемся опустить их низко настолько, насколько возможно. Чувствуйте, что внутренние мышцы паха растягиваются. Приготовились. Начали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Закончили. Не забывайте набирать баллы в нашем конкурсе для победы. Делайте фотографии, выкладывайте их в своих социальных сетях с хэштегами, которые вы видите на экране. А также отмечайте меня и наш проект.